Это для Журика, понял? Среди идущих на смерть, среди живущих в страхе. И пусть надежды не осталось тут, как останки. Мы остаемся здесь, братка, в сухом остатке. Бля, я штанишки чуть тут засел. Кроссовки вроде не особо. Юбилейная шурма. Я. Понял, такие одеть эти жилеты работать. Дай мне тоже большой гвоздь. Нахуй. Что там еще есть? Что там у меня? Дай престижка.
Вот, представьте внимание, Пашский перегар. Перегар Пашский. Это очень хороший движ в Париж. Он находится в Пашевке. Там очень сытно, уютно, комфортно. Приезжали нам Фура, Плюма. И с нами был Жора. Вот Жора, парень классный. Жора вообще. А тут можно снимать вообще на границе? Нет. Ларёчек, да, чисто с продукцией. Бля, я пока шарился в этом доме, какие-то были шорохи там, как будто кто-то дверь открыл, но это заброшка типа. Вообще такая дичь. Но я оттуда вышел резко.
Смотрите, пацы, какой руфик. Вообще ништяковый, да? И заброшено полностью. Уф, чисто для руфика. Потец. Вообще бомба. Тут все пооткрывали, раньше закрыто было. Вау. Ебать. Охуеть. Все сгорело нахуй. Да. Такие вот места здесь. Бля, криповая хуйня, пиздец. Надо ливать отсюда. Да, виды тут, конечно, вообще кайф. Как-то балкон он.
Бля, еще третий этаж есть. Пусть с ним давайте сходим на третий. Бля, кайф, пиздец. Ну тут что-то как-то стремновато, хоть и день, не знаю почему. Какой-то чувак кровать заправляет. Наверное, надо съебываться. Ну его нахуй. Бля, хорошо, что его не было. А прикиньте, это омуч, ебать, тут живет. Охуеете? Я его нычку чисто нашел. Мэн. Бля, ладно, я ливаю отсюда, пацаки, блядь, потихо. Ну его нахуй. Все, давайте, пацаны. Короче, блядь. Вышел я из этой хаты. В общем, она была закрыта недавно полностью. Вон там дверь, вон там заколочена была. А сейчас уже все там открыли. Окна побили. Ну не знаю, так ничего особенного с виду. Но внутри там вообще что-то стремновато. Какой-то такой вайб стрёмный там. Ну его нахуй. Фух. Короче, я погнал к морю, лучше схожу. Что-то стрёмно там. Бля, ну это ахуй, пацан. Сейчас 10 декабря, блядь, и смотрите, это пиздец. Солнце чисто, понял? Людей вообще нема. Воздух вообще бомбовский. Бля. А ты шо, ебай? Бля, на вон ту вот тему на крышу можно залезть, вон туда вот. Там какие-то оры сидят снизу. Будут, наверное, заебывать. А может и нет. Я охуенно так гулять, конечно, возле моря.
страшно туды. Запержены, да, проходит? Сталкер. Пердежный. Кислотный. Ебать. Кислотный диджей. Эй, давай, давай. Бля! Смотри, он там вообще склеенный, слушай. Ебать, это сейчас чисто ночлежка. Да ты шо? Да, конечно. Все с камерой. Ну, нормально. А? Нормально. Ты взял, да? Взял, хабари. Да. Давай я возьму пакет. Все доделали? Так это же красивая. Так что ж тут красивая. Не, ну у каждого красоте разное понятие. Так а было что тут, вы видели? Это красота. Тетя хуйня сказала, Дим. Тетя сказала, что это хуйня. Постная, говорит, дичь. Цвета шляпы кричит. А я тебе говорил, фиолетовый нужен был. Да что такое, опять говно ступил, блядь. Ёбаный ворот. Ужас, ужас. Граффити, мраффити.
Молча, да, пусть ходит. Короче, вчера не дорисовали, ушли, не высохла краска, стекать начала сразу, вообще такого никогда не было, не знаю, холодно, наверное, то, что не дали высохнуть, вообще вот такая вот дичь. Вот вообще утекла. Мне кажется, по воде, если бы рисовал, не так бы было бы жестко. Вот, ну ничего. Сейчас все исправим. Топорик вот. Чтоб ветки срубить ненужные. Такая вот движуха. Ну что, вот так вот подсрубил, короче, веточку. Теперь все чисто. Какие-то синеболы тут, блядь, уже были, суки. Так, ну что, погнали контурить. Ну что скажешь? Что сказать? Потек у нас нахуй кусок, блять. Потекло у нас вообще, блядь, все, что может течь. Ну доделали же. Ну доделали, да, через день пришли и доделали. Вот, на ваше внимание, это пацана мы сделали. Это, короче, Black Archive, понял. Вот этот Black Archive? Да, мой, он зубами держит фотик. Он такой старой таксистской шапочки. Такой модня его нарисовали с такими еще кошачьими глазами. Типа он инкогнито фоткает всех, понял, тут стоит. И тут такая пасхалочка. Я не буду ее показывать. Пусть это подписчики показать. Придут. Подпышечки, и там да. О, блядь, засветил чуть-чуть. Подпышечки. Придут, увидят, да? Что-то. Да.